Стены 4-й поликлиники Канавинского района не видели капитального ремонта давно, аж с 1986 года. Оборудование поликлиники тоже из разряда долгожителей. Как признаются сами специалисты, разглядеть не то что патологию, а вообще картинку на экране старого аппарата УЗИ зачастую было очень сложно. Благодаря программе модернизации первичного звена в Нижегородской области ситуация изменилась. Поликлинике был выделен бюджет более 100 миллионов рублей. 50 миллионов определили на капитальный ремонт здания, а остальные 50 на новое оборудование. Есть куда поставить и разместить это оборудование. Есть специалисты, которые будут на этом работать. Ну и, соответственно, я думаю, что тот лист ожидания, который у нас имеется, и те исследования, которые мы раньше направляли в другие медицинские организации, мы сейчас спокойно все можем делать на своей базе, в своей поликлинике. Из закупленного нового оборудования уже введены в работу 4 новых аппарата ультразвуковой диагностики 2021 года на сумму более 14 миллионов рублей. Сам медперсонал такой модернизации рабочего места не нарадуется. Говорят, что исследовать примогут практически все – и ткани, и органы, и сосуды. Прежний аппарат УЗИ 2007 года такой работы похвастаться не мог. Теперь у нас появилась возможность смотреть абсолютно все части тела. У нас есть наличие абсолютно все датчики, вот, тем более сенсорная панель экрана, это большой плюс, много функций, все на русском языке. Мы очень довольны данным аппаратом, поскольку его разрешающая способность картинки довольно-таки высока. Вот, и поэтому теперь у нас появилась возможность диагностировать абсолютно любую патологию. Мы решили на себе проверить новый аппарат 2021 года, который пришел на замену старого. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Так. Пользуясь случаем, решила проверить щитовидную железу. Прибор действительно хорош. Показал мою щитовидную железу во всей, так сказать, красе. Благодаря высокому качеству разрешения картинки даже пульсацию сосудов удалось разглядеть. Пока все хорошо. Пока? Пока? Пока, да. Нет, узлов нет, никаких образований нет, структура однородная, мелкозернистая, абсолютная норма. Новым аппаратом ультразвуковой диагностики в ближайшее время составит компанию «Цифровой рентгенаппарат». Теперь снимок не потеряют, и его изображение сразу окажется на столе лечащего врача. Оборудование для эндоскопии, колоноскопии и другие. Все это под новой крышей, с новой проводкой, да и в целом новой поликлиникой. Полное преображение которой не может не радовать как медработников, так и их пациентов. Быстрее ставится диагноз, быстрее назначим лечение, ну и, конечно, соответственно, быстрее среагируем, и пациент получит квалифицированную доступную медицинскую помощь. Чистенько, удобно, ну, в общем, все хорошо. Мне, конечно, лучше нравится, чем в разрухе-то. Стало лучше и красивше, и вообще хорошо, в общем. Уже к сентябрю этого года 4-я поликлиника будет полностью обновлена. Мария Бурова, Михаил Городников. Время новостей.